Когда в нашей жизни наступают тяжелые времена, когда наступает ураган, очень важно оказаться гибкими. Сама природа предоставляет нам примеры и аналогии. Во время урагана твердо стоящее, несгибаемое дерево оказывается сломлено стихией. Оно падает и увядает. В то время как молодые, гибкие деревья выдерживают любые ураганы. Именно потому, что они способны проявить гибкость. Будьте гибкими, и тогда все жизненные невзгоды не смогут сломить вас. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Я желаю вам гибкости. Увидимся в новых видео.